Лансарета. Лансарота. Маленькие домики. Это наш. Ну как, хорошо? Ну ты подогрей ее. Я уже подогрела. А туда ты не плавал, там дна нету. Нет. Нашего отеля, и тут то ли это отели, то ли частный сектор, скорее всего отели, но тут все эти домики одинаковой архитектуры, четыре семьи живет, в каждом домике никто друг друга не видит, очень интересная архитектура. Ну и все. Ты иди, а я за тобой. Давай двигайся дальше, только осторожно там. Вон те места, где мы только что снимали. Там нельзя. Я вниз опускаюсь. Ты лучше сюда. Очень здорово. Но это такие колючки, как иглы. Причем голубые колючки. Ты снимаешь уже? Да. Как на Тенерифе, такие же цветы. Все, ну тут действительно это... Одни вулканы, тут земли совсем нету. Здесь этот вулканический песок.
побиты, камни побиты. Вот это вот, смотри. Внизу, смотри. Как тут, смотри, какие огромные. Атлантический океан далеко, как тут пока, без автобуса, очень сложно, я думаю. Это все огорожено, тут видно снимает, написано «Прибат». Что это такое, неизвестно. Океан, белый песок.